Приветствую вас, мои дорогие друзья, на канале «Здорово и вкусно с Дианой». Если вы меня видите в новогодней шапочке, значит, конкурс для моих дорогих подписчиков продолжается. Хочу вам напомнить, в каждом конкурсном видео спрятана буква, которую вы должны найти и написать комментарий на эту букву. Ссылочка на конкурс под описанием. В каждом конкурсном видео. Хочу предложить вам приготовить сегодня один очень вкусный, любимый мой салат из печени трески. Для приготовления салата нам понадобится 2 вареных яйца, половинка белой луковицы, 1 свежий огурец, лук зеленый, соль, печень трески в масле. Масло обязательно оставьте, оно нам понадобится для заправки. Яйцо нарезаем мелким кубиком. Очень мелко нарезаем лук. Сначала соломкой мелкой, а потом мелким кубиком. Отправляем порезанный лук к яйцу. При желании огурец можно почистить, можно мелко-мелко нарезать и обрезать края. Сейчас покажу как. Так, обрезаем кожуру с двух сторон и нарезаем мелкими тоже кусочками мякоть огурца. Отправляем наши огурцы в мисочку, начинаем нарезать печень. Мелким кубиком нарезаем печень. Сильно можно не мельчить, потому как она все равно измельчится при мешании. Нарезанную печень отправляем к нашим остальным ингредиентам. Начинаем перемешивать наш салатик. Вот на этом этапе его можно попробовать. Если вам недостаточно соли, можно чуть-чуть подсолить. Все, хорошенько мы его перемешали. Теперь мы добавим масло, в котором была печень, чтобы он не был сухой и держал форму. Оформлять салат я буду в кольце. Для этого кольцо внутри я смазываю подсолнечным маслом. Для того это делается, чтобы наш салатик держал форму и красиво получился. Выкладываем в колечко, притрамбовываем слегка. Салат, помимо того, что он очень вкусный, он еще очень полезный. Немножко можно его убрать жир и подавать к столу.